Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Dark Souls. Я в нее не играл где-то недельки, наверное, полторы. Я, как вы знаете, люблю отдыхать от такого рода игр, особенно от таких сложных. И сейчас будем вспоминать, что мы делаем, где мы находимся. Так, наш поп-коп подвижный, легкий воин, без тяжелой брони, полагающийся в первую очередь на быстрые молниеносные атаки и на... Так, где вы? Где это вообще? А, понятно, блин, я же кузнеца слышу. И на скорость, короче говоря, на увороты. Такой вот у меня воин. Сейчас мы пойдем на крышу вот этого собора. Мне в комментах написали, что вот этот вот звон, который время от времени слышен, это когда другие игроки звонят в колокол. Вон там наверху находится колокол. То есть один из двух колоколов, который нам нужно ударить, чтобы открылся проход куда-то еще. Так, приближаешься к кузнецу. Ну, мы оттуда уже идем. И сейчас мы пойдем туда. В предыдущих сериях мы как-то до туда не добрались, но там уже миллиметражи были. Надо маленько вспомнить управление. Я уже, надо сказать, растерял скилл. Вроде как. Хотя, как знать... Блин, как я обожаю местную боевку, она предельно тактичная. А, и кроме того, всегда наказываю за ошибки. Фу, так. Еще ты. Оп! Моя катана меня радует. Хотя, конечно, за нее пришлось убить беззащитного практически торговца. Но вещь, конечно, как видите, отличная. Ладно. Так, тут нам. Тут у нас был огромный воин, который куда-то непонятно куда делся. В последней серии, когда мы разговаривали с Пузаном, который сидел около ворот, я заметил уже при просмотре, при кодировании видео, что мне вдруг ни с того ни с сего прилетело 800 душ. Так что, видимо, он как-то самоубился, что ли. Так что, короче говоря, нам не пришлось даже с ним драться. Какой кошмар, а? Блин, ну с художественной стороны эта игра всегда жгла. Так, фу. Что это такое? А, это я, по-моему, знаю, куда ведет. Это, по-моему, ведет на Firewing Shade, то есть на начальную локацию. Такой небольшой срез. И сейчас, включив лифты, мы таким макаром открыли небольшую возможность срезать, короче говоря. Да-да-да, знакомые места. Точно. Так, давайте осмотримся. Я здесь вообще плохо ориентируюсь. Но я помню, что это вот начало, где-то там у нас бонфайр находится. Сейчас мы его зажжем, не зажжем. Я даже не знаю, нужно ли нам это. Хотя почему бы и нет. Нас все-таки маленько коцнули, пока мы вспоминали управление. Хотя бы это восполним. Так, а ты кто? Hello there. I believe we are not acquainted. I am Petrus of Thoroland. Петруха! If not, I'd prefer to keep a distance, if possible. Слабак! Так, хорошо. Чё пишете? Селект выражение. Понятно. Так, где-то вот... Так, это кто ведёт? А, там ворон, который нас принес. А, ну давайте восполним сначала свое здоровье. Почему бы нет, правильно? Кроме того, попробуем починить все, что у нас есть. Так, Учигатана. Да, все практически новое. Даже не буду тратить на это. Так, ладно, давайте осмотримся. Я тут, по-моему, ни разу еще не был. Ну, то есть как, я когда у знакомых играли, я тут побегал маленько, но во время прохождения тут ни разу не был, поэтому давайте покажу вам, что здесь вообще, чтобы у вас вопросов не было. Огромный ворон. Страшно, надо сказать. Вороны, они такие страшные. Так, тут у нас какая-то очередная статуя какого-то очередного местного башка, похоже, или богини.
Так, хорошо. Блин, как приятно вернуться в эту игру. Я вот эту игру сейчас записываю ровно в тот момент, когда я вчера, по-моему, прошел Сирену. Как же она меня раздражала. Это какой-то кошмар был. Просто, блин, я не знаю. Это просто было мучение. При том, что игра была очень сложной, она была сложной не потому, что так это было задумано разработчиками, а потому, что они это коряво реализовали. Вот Dark Souls, он очень сложный, но он при этом оправданно сложный. То есть, если ты будешь очень хорошо играть, то тебя эта сложность не заденет совершенно. Тут по большей части претензии в первую очередь к себе. Там же в первую очередь претензии к управлению, к корявости всего, чего только можно. Так, ладно, куда-то я, блин, заблудился. Мне тем временем надо наверх идти. Звонить тот колокол. Где-то он там высоко-высоко наверху. Так, спуститься отсюда. Давайте спрыгнем, я думаю, ничего страшного не случится. Ага. Хорошо. Как вы видели, там небольшая такая полянка была, но на нее, когда я пошел в первый раз, там скелеты, они меня просто с одного из двух ударов повыносили. Так что вот, такие дела. Поехали. Так, ну-ка, ну-ка. А это что такое? Я удачно зашел. Только как мне теперь туда попасть? Ой-ой-ой-ой-ой, я убью сейчас. Уф. Ладно, чуть не убился. Но, по крайней мере, мы нашли секретку. Талисман Ллойда. Это что такое? Так, талисман Ллойда. Давайте посмотрим. Нет. Куда он надевается-то? А, вот он. Блин. Парюсь маленьким с управлением еще. А, ну это не особо полезная вещь, надо сказать. То есть, если черный фантом приходит ко мне в область, то я могу с помощью этих талисманов... Ух ты! Моргенштерн, как у нас она называется. И талисман какой-то еще. Слушай, я полезные вещи беру. Так, давайте... А, вон еще, смотри, сундук. Офигеть, я тут удачно заглянул. Косточка. Так, что... Что за талисман мы подобрали? Сейчас разберемся. Терпение, ребята. Видимо, оно где-то тут. Что за талисман я взял? Хрен знает. Потом разберусь, когда мозги будут получше работать. Я сегодня опять уставший. Так, теперь это все хорошо. Как мне вернуться обратно? Неужто мне сейчас придется на ту поляну идти, спрыгивать? Да, здесь замкнутое пространство, только отсюда есть выход. Ну ничего, зато познакомлю вас со скелетами. Я, конечно, от них постараюсь убежать, но мне кажется, они меня сейчас убьют. Так, бежим. А вон что-то лежит. Пофигу. Большая душа. Ой, жадность меня погубит. Засранцы. Ну ладно, костер поблизости, так что, блин, души свои надо вернуть, сбегать сюда будет. Или не надо, или пофиг на них. Ой, блин, геймпад разряжается. Надо подсоединить. Где там у меня USB провод? Давненько уже не включал Соньку. Вернее, не Соньку, Соньку-то я вчера включал. Так, хорошо. Ладно, пофигу. Все, хватит. У нас приключений, пойдемте наверх туда. А то у нас как-то в этой серии не запланированы какие-то брожения. Добрый день.
Так, поднимаемся на лифте, там проходим по собору, и там где-то наверху у нас что-то. Я, кстати, забыл спросить у людей, там же был воин запертый какой-то. Нужно ли его... Ух ты, там, блин, еще что-то есть. Нужно ли его спасать, выпускать, то есть, из-за решетки? Я, честно говоря, не уверен. Как-то очень уж он опасно выглядит. Ну ладно, потом узнаем. Dead Parish. Так, тут у нас, по-моему, опасный воин. Пожалуй, надо его выпустить, потому что он на господствующей высоте. А это, как всегда, плохо может закончиться. Оп! 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 Смотри, живучий какой. Ай! Блин, ты посмотри. Так, по-моему, все-таки катана более предпочтительна против таких воинов. О, да что с тобой, мать твою, такое? Обычные враги, вот видите, да? Как-то со сложностью. Спокойно, слышь. Фу, вот это было сложно. Обычный враг, охренеть. Так. Ладно. Это у нас, по-моему, сейчас еще будет парочка таких. Это меня... Ой-о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 й
сейчас. Против вас мне пригодится копье. А, да сколько вас тут, мать вашу, зомби. О, лечиться, лечиться. Твою мать, их тут штук 20, наверное. Да что ж такое? Тихо, тихо, ребята. Блин, я потратил все аптечки. На каких-то сраных. Так. Фу. Хреновое начало. Хреновое. Обалдеть. Так, ничего, мы справимся. Все у нас будет хорошо. Так, что у нас здесь? Там-то я помню с той стороны, что у нас неприятный типчик. А здесь у нас дорожка, ведущая. Сейчас увидим, куда она ведет. А, ну, собственно, она и ведет к боссу. Так, здесь босс, по-моему... Как он называется-то? Сейчас узнаем. Я, по-моему, увидел этого босса. Блин, у меня мало аптечек. Да, горгулья. Не уверен, что я побежу с первого раза. Сегодня у меня заторможенные рефлексы какие-то. Ничего. Блин, дизайн монстров офигенный, конечно, да? Такую вещь, что ты на самом деле увидишь, просто испугаешься. Монстры, то есть, пугающие и отталкивающие. Твою мать, ты посмотрите, какая у него секира. Она тут на пол. На пол уровня сразу шибать, похоже, будет. Ой! Ой-о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 й
А, хвостом, хвостом. Лечись, лечись, брателло. Засранец, засранец. Он меня просто употребил. Уф, так. У меня есть идея. Я заметил, что у меня в инвентаре есть Firekeeper Soul. Насколько я помню, в последний раз, когда вот вы, кстати говоря, видели, вот сейчас вот там в правом верхнем углу время от времени появляется растерзатор в сети. Это товарищ мой, который, собственно, в первый раз играл эту игру. Вот он с этой душой
при мне пошел куда-то. Так, куда? Куда? Вот сюда. И таким макаром... Блин, где спуск? Так, вот сюда куда-то. Таким макаром увеличил количество выдаваемых нам зелий вместо сплатков. Она не может говорить. Так, использовать Firekeeper Soul. Да? А, ну то есть теперь они у нас есть с фласк плюс один, то есть они, видимо, получше их можно использовать. Ой, блин, что я несу вообще? То есть, короче говоря, они более мощные стали. Человечности у меня две штуки. Блин, стоит ли мне одну использовать? Если я использую, то, возможно, смогу призвать кого-нибудь на помощь в битве с этим. Блин, да я поберегу лучше. Пойдемте еще раз. Раунд второй. Сейчас будет раунд два. Все у нас получится нормально. А в этот раз надо хотя бы пройти получше, потому что в прошлый раз я натурально, кошмарно туда пробежал. Половину аптечек использовал на совершенно каких-то глупых врагах. Ну ничего, все мы устаем, верно? А такая игра, как где Dark Souls, ошибок не прощает ни в какую совершенно. Блин, как мне туда попасть, на эту лестницу? Там что-то хорошее лежит наверняка. Так, осторожничаем. Осторожничаем. Блин, все забываю, что в эту сторону. Хорошо, тут у нас опять этот паренек. Твою мать, начинается. Весь мой настрой куда-то сразу ушел. Да твою мать, какой ты быстрый, а. Тихо, брателла. Одна аптечка уже в минус. Зато смотрите, как она жизнь восстанавливает, да? Да, блин, как я промазал. Лечиться не стоит, мать твою. Так, опасайся солдата. Ну, если ты говорил про этого солдата, то я его опасаюсь, он пока что меня просто пугает. Так, тут у нас опять засада. Давайте зомби. Да бляха, муха, какие вы. Один удар и отходим. Да блин. Тихо. Тихо. Тихо, аккуратно. Спокойно. А, все равно, ты посмотри, а ну что ты за скотина-то такая? Все равно куснут. Блин, количеством берут, просто не отмашешься ото всех. А, ладно, дубль 2, пойдем. Фу. Сложно, сложная игра. Одна из самых сложных на моей памяти. А, сложнее, я даже не знаю, что может быть из современных игр. Представьте, да, вот во времена Дэнди, скажем, половина игр была вообще недружелюбна к игроку, очень сложная. Так. Ой-ой-ой. Так, берем свои ништяки. Тихо. Ух! Спокойно. Так. Ух! А так-то сносит неплохо. Блин, да достает. Давай, давай. Ух. Получи, мразь. Опа. Опа. Твою мать. Ой, вторая, вторая. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. О. Это, по-моему, просто...
Ладно, ладно. Так, раунд 3. Сейчас у нас все получится. Все получится. Я довольно неплохо прошел, потратил всего одну аптечку. Как видите, я получил человечность. Возможно, так мне... О, ты просишься ко мне? А, это же рыцарь Соляр. То есть рыцарь Солнца, которого мы встретили. Хорошо. Ты мне поможешь, брателло? Так, теперь... мы делаем вот так. И все. Мы сможем. Погнали. Погнали. Так, его бей. Его. Да твою мать. Лечимся. Слушай, он неплохо справляется. Ой, не ту кнопку. Блин, как не вовремя. Ох, я ему хвост чекрыжу. Огонь. Так, ты мой. Давай, да, давай. Ой-ой-ой-ой. Лечимся. А ты второго запилил? Фух. Это был эпичный бой, согласитесь. Блин, я не знаю, что бы я без этого рыцаря делал. Я бы просто огреб, наверное. 10 тысяч душ. Офигенно. Блин, в такие моменты начинаешь себя уважать. Еще больше, конечно. Я и так себя уважаю. Так, это мое, это принадлежит мне. Блин, я мужик, хорошо. Так, что мы получили? Я ему хвост отчекрыжил. Нет, не так. Вот так надо смотреть все время. Путаюсь. Так. Ну-ка, давайте попробуем-ка. Это, конечно, больше для тяжелых воинов. Ну, блин. Офигеть, это чё? Ой, блин, это кнопка. Да что ж такое, я всё... В какой игре на квадрат было? А, в сирене. Ну, это, по-моему, великовато для меня штука. Я как медленно и машу. Так, что еще тут дали? Ну, урон у неё неплохой, конечно. Вот у этой получше, но это еще тяжелее. Это вообще какой-то костяной кошмар. Да все, успокойся, хватит махать. Я уже давно перестал кнопки нажимать. Так. Моргенштерн. Что за талисман? Это какая-то шляпа, по-моему. А, это для магов. Понятно. Ну, я не маг, мне оно не особо нужно. Где там мое копье плюс 2? Вот так пусть лучше будет. Так, и по броне еще что-то нам дали. Нет, не это. Не это. Шлем Гаргулий. Тяжелый, конечно, офигенно. Давайте попробуем. Рогоносец. Ну-ка. Да, я из этого шлема кувыркаюсь просто как куль с говном, извиняюсь. Фу, блин, как приятно после битвы отдохнуть маленького так. Посмеяться. Чё-чё, вроде ничего больше не давали. Из таких важных предметов, да. Фу, так, осторожно, двигаемся вперед. Первый колокол, короче говоря, мы зажгли. Этот момент я помню. Блин, это был эпичный бой. С третьей попытки, но тем не менее. Мы шмогли, мы шмогли. Причем это, говорят, один из самых несложных боссов в данной игре. Как знать, как знать.
посмотрим. Я надеюсь, вы оживать не будете. Это будет неприятно. Так, хорошо. Да, ну звони ты. Один колокол готов. Это, по-моему, прекрасно. Остался второй. И после этого откроется проход куда-то. О, и у нас трофей мы получили. Приз. 100 лет бы их не видел. Никогда не понимал прикола собирать всякие ачивменты. Как-то... Ну, плюшку дали, в принципе, ладно. Так, хорошо. Куда теперь идти? У нас остался еще какой-то непонятный гигант там около... Ну, поняли. Около кузнеца. Тихо. Так, на нее не наводится. Greetings. I am Oswald of Kareem, the power. No Yet magnanimous are the gods. Cometh thou to confess, or to accuse? For indeed all sins my domain. Ну ладно. Так, ты у нас торговец. Purging Stone. Уменьшает действие проклятия и прерывает действие проклятия. Блин. Может, мне оно, конечно, потом пригодится. Ну ладно, будем иметь в виду, что у нас такая штука продается. Не хотелось бы, конечно, потом через полмира куда-нибудь сюда переться. А это предупреждает о появлении... Короче, о появлении красного фантома. Всякая лажа для мультиплеера. Это у нас какое-то чудо, то есть магия. Ладно, это нам не нужно. Талисман Велки. Что он нам дает? Так. Короче, он другой параметр использует для магии при его называемом не интеллект, а... Опять дебильный смех. Так, подожди. Святой впереди. Ты святой, что ли? Я по твоему успеху не сказал. Greetings and welcome back. I am pleased to see the preserving my humanity. Так. Помилование. За 9500? Какое помилование? То есть за то, что я... Не знаю. Потом разберусь. Короче говоря, он, похоже, когда много врагов порубаешь, то есть тут чем больше злых дел совершаешь, тем больше всяких красных фантомов к тебе может вламываться, насколько я понял. Когда у него помилование возьмешь, этот негативный эффект исчезает. Хотя, конечно, могу ошибаться. Я в игру играю в первый раз, еще не очень разобрался в тонкостях, как вы знаете. Поэтому, если я у кого-то своими предположениями вызываю фейспалм, то я думаю, вы простите меня. Так, куда же мне теперь пойти? Сейчас будем думать и разбираться. Есть пара идей, конечно. Почему бы нам не пойти в Андетбург? Что у нас там, кстати, с ключами? Undead Asylum. Это, по-моему, та самая дверь, куда я и хочу сейчас пойти. Так. Хрен знает.
Разберемся. Блин, подожди. Вот так, сейчас главное, мы идем до костра. И оттуда уже идем куда-нибудь дальше. Самое главное, дело уже сделано. Можно не бояться. Тут вроде никак никто не возродился. А там у нас, кстати, рыцарь. Давайте его убьем, чтобы еще больше жизни было. Рыцарь, давай, иди сюда. Смотри, какой напряженный, да? Тихо. Блин, я все забываю, насколько они опасны. Оп, не ожидал. Слабак. Так, тихо, давай вот без этого. Ой, ой, отпрыгивай. Ой-ой-ой. Так, ладно, давай подлечимся. Перерыв, братан, перерыв. У тебя одна аптечка была, что ли? Оп, и тогда ты падаешь. Слабак. Так, ну что? Блин, давайте выпустим того. Пофиг. Я как-то, блин, неохота его выпустить. Я чувствую себя виноватым перед ним, если я его не выпускаю. Он как бы на моей совести остается. Хорошо. Что там такое? А, это просто тень, похоже. Опа-па. Пленник. А куда он подевался? Фантастика. Может, последний раз, когда мы тут дрались с красным фантомом, который прибегал меня убивать, может быть, он его убил. Не знаю. Слезы впереди. Че вы мне врете-то? Ладно, собор, конечно, неплохой. Освещение бы не помешало, ясное дело. Но нам отсюда надо выбираться. Я очень рад, что я победил первого босса этой серии. Получилось. Поначалу она была полна боли, конечно. Но в итоге мы смогли. Мы смогли. Совсем справились. Как ярко тут. Так, хорошо. Сейчас мы пойдем, пожалуй, так, Firelink Shrine, скорее всего. И оттуда пойдем уже в Undeadburg в следующей серии. Посмотрим, что же там изменилось. Так, подожди. Лифт-то у нас вот тут находится. Можно вниз сходить. Там какие-то привидения вроде как были. Насколько я помню. Но лучше я туда, пожалуй, не пойду, потому что, как я сказал, привидения, я сразу вспомнил, что они физическим оружием, их не убить. То есть надо либо приколюх какой-то делать на оружие, типа вот этого вот Gold Pine Resin, либо бомбочками каким-то их сжигать, либо чего. Простым оружием рубить их бесполезно. Так, что вы тут делаете? Хорошо. Блин, ну я доволен. Мы победили просто. Так, поднимем уровень. Нам нужно поднять подвижность, скорее всего. Хотя она у нас и так неплохо. И сила неплохо. Сопротивление, вот, если какой-нибудь яд или может выносливость, чтобы так быстро не выдыхался. Так, 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 все хорошо, я думал, так будет. Отлично. Ну и что, я думаю, на этом мы завершим эту серию. Надо сказать, она была не особо богата на события, но в итоге мы справились с этим боссом, вернее, с боссами. Это было не очень легко, у меня до сих пор подрагивают руки, но как бы там ни было, увидимся в следующей серии. С вами был Артур, всего хорошего, пока.